Привет, дорогие друзья! В прошлом клипе мы говорили о том, что стоит снимать горизонтальной камерой 720 пикселей в высоту, 30 кадров в секунду. Но зададимся вопросом, а как долго снимать? То есть, очень часто бывает, что мы нажимаем кнопочку на запись и ходим, и косим, как будто литовкой направо, налево, полчаса. Вот смотрите, я сниму про студию 20-секундный ролик. И что из этого получилось? Уже через 10 секунд зрителя начинает тошнить. Мы можем сделать простой вывод. Снимать одним сплошным шлейфом – это не дело. Получается плохо. Так какой длины должны быть эти кадры? 2 секунды, 5 секунд, 15 секунд? Давайте подумаем. Давайте сначала я озвучу закон творческого процесса. Сначала видение, второе – анализ виденного, третье – синтез нового проекта на основе аналитического материала и, наконец, реализация нашего фильма. Обратили внимание, первое я назвал видение. Давайте посмотрим, как делают это мастера. Перед нами 50-секундный отрывок от профессионального фильма. Обратите внимание, что каждая новая сцена длится не очень долго. Давайте попробуем пересчитать. И вот, обратите внимание, сколько сцен прошло. Значит, каждая сцена длится приблизительно 2 секунды. То есть вы 2 секунды снимаете общий план, 2 секунды снимаете средний план, 2 секунды ближний план, 2 секунды макросъемки, потом отдельно панорама, отдельно наезды, отдельно отъезды, вокруг объекта пинпоинт, с лягушачьей позиции, лежа на земле и снимая наверх, или наоборот, с позиции орла, снимая сверху макушки наших жертв. Вот на этом этапе мы уже приступили к творчеству. В следующем ролике мы гораздо подробнее рассмотрим вот эти приемы видеосъемки, те, о которых я сейчас вскользь упомянул, то есть наезды, отъезды, панорамирование и так далее. Шаг за шагом мы попробуем отснять свои собственные материалы этими приемами, а затем смонтировать их в приемлемый ролик. Всем до свидания!